Приветствую вас в этом видео. У микрофона Вячеслав Опилкин. Сегодня я хочу вам записать отзыв об своем участии в партнерской программе CPA Insight. Итак, страница партнерской программы выглядит очень привлекательно, и на ней есть очень много полезных материалов. Если вы еще совсем новичок, то можно посмотреть видеоинструкции о том, как продвигать продукты этой компании, и разобраться во всем не составит у вас большого труда. Я продвигал эту партнерскую программу по своей базе подписчиков. То есть у меня было изначально отправлено два письма на подписную страницу с полезным курсом. Курс, кстати, очень объемный и очень интересный. То есть для моих подписчиков это была просто супер информация. Очень многие остались довольны этим курсом и написали мне положительные отзывы о нем. Так, ну этот пиар где-то я начал делать в конце сентября. Вот. Сам курс вышел где-то в начале октября. После этого я сделал еще две рассылки на саму продающую страницу. То есть, ну, до этого она выглядела немножко по-другому. Сейчас она еще обновилась. Стала еще более интересней. Я думаю, даже конверсия в этой странице будет повыше, чем была у прошлой. Вот, так, давайте теперь взглянем на мой партнерский кабинет и посмотрим, сколько здесь было заработано. Так, итак, заработано 6909 рублей. То есть, получается, было 3 продажи за это время и совершено кликов 2695. Так, заглянем в заказы. Заказов было описано, конечно, гораздо больше. Но некоторые еще не оплачены. Возможно, еще и оплатят. Так, и давайте еще заглянем в рекламные материалы, которые подготовлены для этого продукта. Здесь, конечно, их не очень много. То есть основные ссылки даны на подписную страницу, на продающую страницу. И подготовлены баннеры, которые можно установить на своем блоге, либо заказать рекламу и установить их на чужом блоге с хорошей посещаемостью. Эту партнерскую программу я выбрал, потому что мне понравился сам курс, который продает Андрей. То есть в нем очень объемная информация про CPA-партнерки, как на них зарабатывать. То есть расписано, по-моему, все, что можно сделать. Любой человек сможет заработать в этом бизнесе. То есть, значит, хоть и новичок, хоть и продвинутый. Здесь представлено 27 уроков по трафику, ВКонтакте, с таргета. То есть полностью как все настроить и запустить свою прибыльную рекламу. Но результат, я думаю, получится всегда хороший, потому что система уже протестирована и все нюансы учтены. То есть нужно просто повторить действия, которые приводятся в этом видеокурсе, видеотренинги, и радоваться полученным результатам. Всем советую поучаствовать в партнерской программе Андрея Золотарева и получить такие же результаты, как у меня, ну, возможно, даже и лучше. Этот продукт, я думаю, будет не стыдно показать вашим подписчикам или запустить рекламу через другие источники трафика, которые можно посмотреть вот в этой видеоинструкции. На этом я завершаю свой отзыв. Спасибо вам за внимание. С вами был Вячеслав Опилкин. Всем пока-пока.